Дорогие друзья, сейчас в Oriflame объявлена сильная распродажа. Это распродажа, которая проводится каждый каталог. Такие распродажи есть во всех странах, ну, которые я знаю, в которых я знаю, в странах СНГ. И в России она называется сильная распродажа, а в Казахстане счастливые часочки. Так, вот эта страница, которая открывается при нажатии на ссылочку, открывает нам документ PDF, который можно сохранить себе на свое устройство, нажав соответствующую кнопочку. Изображение можно увеличивать, уменьшать, страницу, ну, в общем, увеличить масштаб и так далее. Предложение, общее предложение: купи из этой распродажи на 399 рублей и получи возможность приобрести зонт кошки всего за 299 рублей. Ну что ж, неплохое предложение. Посмотрим, что тут есть интересного. Антицеллюлитный гель для тела Body Active 319 рублей, 56% скидка. Так, шариковый дезодорант, антиперспирант, ароматизированный тальк Giordani Gold совсем по смешным ценам, 129 рублей, 149 рублей. Ну и, кстати говоря, давайте посмотрим дистрибьюторскую цену. Зонт кошки нам обойдется, консультантам обойдется в 239 рублей, дезодорант по 103, тальк 119. Текстурный лак для ногтей, жидкий песок, черничный бисквит 95 и так далее. В общем, отнимайте 20% от этой цены. Матирующая тональная основа блеск контроль. Я рассказывала вам, показывала и говорила, что замечательная тональная основа для жирной кожи бесценна. Она вас избавляет от жирного блеска. То есть очень долго лицо держится матовым, за счет чего кажется ровнее. Ну, жирный блеск — это некрасиво. Так, блеск для губ The One Power Shine Prismatic марсианский закат. Это из лимитки 119. Надо посмотреть, что у нас в каталоге. Матирующая тональная основа фарфоровый. Карандаш для глаз по 199 рублей. В общем, здесь есть то, что представлено в каталоге с еще большей скидкой. Браслет «Бирюзовая волна» 169 рублей. Ну, я подожду, может быть, еще будет дешевле. Полотенце «Розовое прикосновение» было в прошлой, кажется, распродаже. Сумочка «Клатч Бордо» – это интересная вещь, конечно. Щетка «Пемза розовое прикосновение». Органайзер «Цветочные грезы» 400 рублей. Неплохо. Перчатки «Шелли» 599 рублей. Наклейки для дизайна ногтей 59 рублей. Возьмите, прикольно. Ногти украшать. Такие украшалочки. Шарф коралловый вояж. Мне очень нравится этот шарф. Но я пока брать не буду. Я себе сейчас не могу позволить ничего лишнего. Шляпа Монако. Берите. 400 рублей. Дешевле не будет. Отличная шляпа. Так, браслет Анималистика. Мне очень нравится этот браслет. Он такой высокие, наверное, вот у меня предплечье короткое, наверное, во все предплечье будет. Серьги Женевьева мне очень тоже нравятся. Я всегда хотела их приобрести к своему зеленому атласному атласной блузе. Подушка для ванны тоже полезная вещь, 199, но я бы подешевле предпочла. Так, туалетная вода Signature. Может быть, но она, в моем понимании, она возрастная. Больше подойдет мужу, нежели сыну. Так, ночной восстанавливающий клеточный крем Diamos Cellulae. 1000 рублей, нет, это дорого, товарищи. Вот, такая скидка мне не нравится. Гель для душа Infinite Rush. Очень мужской запах, поэтому, если для мужчин, то можно брать. Так, ночной увлажняющий крем. Можно было бы взять, но 45% скидки. Я еще подожду. Так, шампунь против перхоти, репейник и грейпфрут 159 и кондиционер 159. Погодим, погодим.
Так, скраб для ног глубокого действия, 2 в 1, актив уход. Вот скрабы из серии FitUp Advanced, они не очень там, ну, в общем, обычный скраб без Advanced, просто FitUp, он лучше скрабирует. Он очень слишком мягко он отшелушивает. Так, жидкое мыло для рук, говорила я, что мне чайное дерево и мандарин очень нравится за антибактериальность. И в каталоге он, по-моему, 200 с чем-то, около 300 рублей, а здесь 199. В общем, на треть дешевле, 48 рублей, можно брать. Крем для тела Giordani Gold 279, увлажняющий гель для душа арбуз и алоэ 159, дезодорант, антиперспирант Giordani White Gold. Ну, White Gold, кому нравится, тоже не проходите мимо. Так, восковые полоски для депиляции лица. Кому нужно лишнюю растительность лица убрать, обратите внимание, 36, ну не такая уж большая скидка, бывает и больше. Тени для век двушечки по 129 рублей. Вот это отличный повод купить себе. 6 оттенков представлено, тоже интересно. Скраб для тела пляжа Майами. Сейчас в каталоге он 200 с чем-то, 219, по-моему. А тут дополнительная скидка 179. Берите, у меня, я показывала его в любимчиках, в фаворитах. Отличный скраб для тела у него. И скрабирует отлично, и в то же время и деликатно, и смягчает кожу. Очень будете довольны. Кондиционер для окрашенных волос миндаль и клубника. Никогда не пробовала. Пробовала предшественник, черника там, пшеница, по-моему, да? Тоже очень хорошее средство. Так, помада 5 в 1 в 5 оттенках. Giordani Gold можно посмотреть. Дополнительная скидка, да, 32 рубля. Ополаскиватель для полости рта OptiFresh. Сейчас в каталоге 299, а на этих неделях, на этой неделе можете взять по 259. О, свежесть Исландии с дополнительной скидкой? Неужто? Ну, надо брать. Так, крем для депиляции, нежность шелка. Для кого актуально, не пропустите. Увлажняющий лосьон для тела Body Active 239 рублей. Так, поехали дальше. Очищающий гель для рук, нежность. Это гель, не требующий смывания, то есть с собой в дорогу берете. Дезодорант, спрей для ног против натирания, актив уход. Тоже обратите внимание, вот и дезодорирует, и в то же время защищает ваши ноги от натирания. Это неплохо. Так, карандаш металлик. Я говорила, что мне хочется попробовать. И вот, пожалуйста, дополнительная скидка. Так, морозное сияние, искристые. Чего тут не дописано название? Но это те, которые зеленый, кофейный, металлический, еще какой-то. Так, Possess Man можно взять. Дополнительная скидка в каталоге, по-моему. Не помню почем. Так, туалетная вода Stardust. Дополнительная скидка. Матирующая тональная основа Velvet. А я что-то упустила, что здесь в этой серии Very была матирующая тональная основа. Интересно попробовать. Нежно-фарфоровый, естественно, бежевый. Цветная подводка для глаз Хаки. Тоже надо попробовать. Наверное, возьму, раз она со скидкой. База под макияж. Для кого актуально, берите. Я воздержусь. Лак «Роскошный глянец» Giordani Gold. С дополнительной скидкой идет. В 6 оттенках. Интересно. Очень хочется бургундское вино попробовать. Вот, пожалуйста. Так, в общем, спешите делать покупки. Сейчас мы с вами еще вернемся и сравним цены.
Bye.